В селении Куяда Гунибского района прошел республиканский турнир по вольной борьбе памяти Магомеда Алиева. Участие приняли команды из Унцукульского, Ботлевского, Чародинского, Цумадинского, Гиргебельского и некоторых других районов. Организаторы администрации селения Куяда и местное молодежное объединение проводят турнир ежегодно с целью привлечь все больше молодых людей к занятиям спортом и здоровому образу жизни. По итогам турнира в командном зачете победу одержала сборная села Куяда. Второе место у Ботлиха, третье – Гиргебель. Все победители получили памятные призы и подарки.